Обмен опыта с коллегами из других регионов чрезвычайно важен для повышения уровня наших специалистов. Так, 23 июня правком работников КФУ принял делегацию Саратовского областного комитета профсоюза работников народного образования и науки. Сегодня мы встречаем делегацию Саратовской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Вот в составе руководителей профсоюзных организаций местных, то есть районов и городов всей Саратовской области. Мы, безусловно, знакомимся с достижениями, ведь такая трудная, будем говорить, жизнь и процесс объединения многих учебных заведений в единый конгломерат Крымский федеральный университет, он имеет свою специфику. И этот путь прошел когда-то и федеральный вуз тоже Саратова. Поэтому мы, безусловно, обмениваемся опытом работы. Это очень полезно. Мы приветствуем, и в этом году мы ждем не только Саратов. К нам должна подъехать делегация 50 человек с Мариэл, Республики Мариэл. К нам подъедет Татарстанская республиканская организация, члены профсоюза. К нам подъедет Челябинская областная организация. То есть мы укрепляем дружбу со всеми регионами Российской Федерации. Делегация посетила главные изюминки Крымского федерального университета, такие как Музей редкой книги и Зоологический музей, а также познакомились с достопримечательностями Симферополя и Крыма. Очень хорошо, что мы заехали в ваш университет федеральный, потому что это для образования новое образовательное учреждение, когда объединяют много институтов в одно. И я вижу, что вы уже имеете наработку. Чудесный у вас музей, который показывает бережное отношение к книге. В общем, Крым нас покоряет. Одна из основных целей приезда гостей – это заключение соглашения о взаимодействии и обмене опыта с Крымским республиканским комитетом профсоюза работников народного образования.